Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале HMB Game, и мы также продолжаем проходить миссию в Sniper Ghost Warrior Contract 2. Все никак не можем убить этого ебучего бедолагу и снести к чертям его суперкомпьютер, на котором он играет Майнкрафт, пидорас. Во время загрузки, если вам интересно, можете поставить на паузу и прочитать эту хуету. Я уже который раз, блядь, ее читаю, так что, Но у меня есть для вас малюсенький сюрприз. Есть оружие, которое я решил попробовать поюзать. Оно тихое, оно точное. Может быть точное. Зависит от кривизны моих рук, а они... Максимально кривые. Поэтому посмотрим, это будет интересно. Так. Кстати, опять эти гибучие глушилки надо оглушать, вот эти вот три. Потому что мы одну не оглушили, представляете? Это просто пиздец. Что, простите? Отключите генератор, выведите это и это. Но я же вроде все сделал. А, ну да, вот она галочка. Сделано, сделано. Вот генераторы помех. В принципе, чем мы сейчас, наверное, и займемся. Вот этот генератор отъебеним и вернемся к тем двум. Ну и потом главный компьютер, естественно. Итак, ребят. Как вы уже заметили, у меня вот моя снайпа. И у меня теперь есть лук. Я ебаный, сука, мать его, Рэмбо. И новый пестик. Пестик чуть-чуть помощнее. Держу вас в курсе. Так, наверное, возьмем генератор помех. Он нам очень нужен, на самом деле. Пора бы его уже кончить. Вот. Рейвен, наши разведчики сообщают о том, что до цитадели располагается тренировочный лагерь снайперов. Похоже, Хельстром фанат своей профессии. Рад слышать. Действуй аккуратно, проверяй все позиции. Да не вопрос. Трек связи, меня слышно? Слышно плохо, а связь постоянно пропадает. Так. Парень, ты чё, дурачок? А давай, знаешь, как мы сделаем? Опа! Где, блядь? Где все, нахуй? Идут убить. Вот только я убью их первым. Хуяк! Такс. О, май, что это такое? Такс. метров. Как же так пальнуть с лука, чтобы 50 метров сработали? А может быть, мне их просто расстрелять из снайпера? Воу! Давайте попробуем просто их расстрелять. Прямо в наушник должно было. Да. Вот и все, вот и лопнул один. Вау. Опа, вот и все. Вот и все. Так. О, здорово. Блин, ребят, ваш говнистый товарищ сдал вас всех с потрохами. Вау. Копи. Ха-ха-ха. Ебать, обожаю убивать вас через кусты, сука.
Это весело. Это весело. О, еще один бежит. Он опоздал, новичок, видимо. Первый раз на задании прям сквозь дерево в натуре. Прямо в сладкую жопку изнутри. Ну вот и все. Так, обыскать телеса. Какой я молодец, сука. Блин, прости, у тебя нету башки, я... это жестко. Control, radio check. Over. Так, проверка связи, прием. О, у них БТР тут есть. Вижу вышку с генератором помех. Ищи блок управления. С его помощью можно все отчпокать. Базара 0. Первой башни с генератором помех. Я приближаюсь. Врагов не должно быть много. Но остерегайся патрулей. Хорошо. Тут что-то лежит? Да. Дубан пропитывает страницы книги ядом. Круто ему. Вот она, пидорская вышка, блядь, на которой хуй ты доберешься. Один, шесть, а. Все, отлично. О, нормально. Так, изучаю данные со спутника. Похоже, в этом секторе есть какая-то сеть туннелей. Да, я знаю, что она есть. Тщательно охраняют, я знаю. Roger. Я все это прекрасно знаю. У нас нет планов туннеля, действуем по осмотрению, конец связи. Почему я не могу БТРом воспользоваться? Блин, вот это был бы снайпер. Прикинь, ты заехал на БТРе, всех разъебал, просто сломал им ебасосинки. Так, мне теперь надо вот сюда. Да-да. Прям быстрое перемещение вот так вот можно сделать. Серьезно? Не, ну я так не хочу. Давайте вот так. Бля, через быстрое перемещение я смогу быстрее выполнять эти ебаные миссии. А я что-то даже и не додумался. Думал, блин, нельзя и все. Типа от точки быстрого перемещения к точке быстрого перемещения надо двигаться. Но я рад, что они туповаты. Оп. Обожаю службу. Лес, свежий воздух, да. Ух. Свежий воздух, и не говори. Вокруг лес, так хорошо. Блин, даже с пистолета тебе размузгало все мозги к хуям просто. И это плохо, дружище. Кто-то ходит, не могу понять, кто. Наверное, враги. Дружище. Прости. Прости, мой сладкий. Так хорошо сидел. Был грех тебе не шмальнуть в лицо. Оп. Ай, сколько раз я уже проходил это дерьмо. А чё? Я ему расхуярил бошку, у него в капюшоне расхуяренная башка осталась. Может их всех просто захуярить? Или ну его нахуй.
Нет, лучше, конечно, воспользоваться вот этой хуйней. Центр говорит Рэйвен. А я тебя плохо слышу. Так. Ну и все, сейчас начнем сносить. Ребят. Бам, блядь. Ууу. Это было круто, четко и немножко неосторожно. Так ты ж, сука. Так, господа, тут у меня еще коллеги, да? Вот и все. Эх, если бы у наших снайперов помечалось все это дело красненьким, было бы охуенно неприкольно. Не выебывайся, не надо. Вау. Какой ты шустрый бегун. Вау. Кто там такой стрелок? Не ебаться, сраться. Эти все попрятались. Ты посмотри-ка на них. Оп! Ух! Все ебало разнесло просто. We are snipers, so where are you? Чё-то там у снайперс, еба! Бум, держи кочерышку. Блять, и где вы? Вы вообще заинтересованы в моем убийстве сегодня, нет? Надо будет потом как-нибудь... Ой, заюзать это. Скажите, я скажу. А, лук. Где ж ты, сука, ты... Чё ты не пугаешься, я не могу понять. Блять, ладно, придется походу спускаться, менять позицию. Аут. Лизнул ногу гуся. Аут. Вот и все, дружище. Не надо, не переживай. Такой снайпер неторопливый, если честно, такой. Куэк. О, мешочек от рога остался, пистолетик. Как мило. Долбоеб, что ли? Вау! Воу! Прямо, не знаю, в печень, почки, во что-то. Въебенило его. Ай, да ладно. Эффектор 7. Да ебать! Заебет! Не надо так глупо реагировать. Бам! А ты стрелять не пробовал? Я как бы вот... Пиздец, ребят, это что-то прям вообще... С
сука, не могу на упреждение стрелять. Блять, исчез. Исчез же, да. Он один остался. Вот на тебе я лучок и испытаю. Блять. Хе! Это было забавно. Кто-то еще остался. Все. Да, я понял, все чисто. А, блять, а чё это я? Ну вот и все. Блять, делов-то нахуй на 2 минуты. Блин, лук, конечно, бомбезный, но я не очень. Так. Hostile forces are stronger than Intel reported. Raven, I have not understood your message. Please say again. I say again, your intel is off. Enemy forces in the area are strong. Raven, say again. Gotta kill these jammers. Да вы чё, блядь, делаете? Shit. Как его взорвать-то, блядь, я уже забыл. Взрывчатка, да. Блять. Ну да, это ты выбираешь, хорошо. А какую тебя взорвать-то? Было глупо. Ладно, я думаю, этим потом займусь. Я думаю, не будет ничего сложного во взрыве взрывчатки. Хотя бы хуй с ним через выстрел, можно тоже. Repeat that, please. Say again, Raven. Повтори, повтори, все никак друг другу повторить ничего не могут. А хорошо, что я тут всех вырезал. Сейчас быстренько дойдем. Блин, что-то они пиздецки тупые. Ну давай уже, ты ж залазил. О. Мертвый бедолага. Мощные вышки генератора помех. Наконец-то, третья, сука, выполнена, контракт, наконец-то. Ох, блядь, да. Так, раз, два, три. Главный компьютер. Excellent work. I read you 5x5 now. At least our comms channel should be clear from here on in. Moving on to the tech wings. Exfil when you're ready. I've updated your map. Отлично. Это аптечка? Так. Ладно, поехали дальше. У нас тут. Это что? В смысле при тревоге? Где какая тревога, нахуй?
Пиздец вы, блядь, задвигаете, конечно. Что мне делать теперь? Идти туда? Да. Налево. Ой, блядь. Ой, блядь. Держите меня, семеро. Вон он выход. Сеть горит, туннели, тут вся хуйня. Да похуй мне в рот ебать вообще. Ой. Меня кто-то видит. А, вон сидит объект. Какая неожиданность. Бам. Прям сквозь снайперку. Сейчас перезайдем, выберем место, где нам выйти. И нам нужен этот супер гидрокомпьютер, так что. Так. Показатели это-то ладно. Так. Остаться на карте. Данные у меня. Пути. Так, можно быстро сюда переместиться, но я не знаю, как там пройти. А тут по дороге он прям, считай, с главного входа. Давайте попробуем здесь. А вот это уже интересно. Надеюсь, БТРов никаких не будет. Интересное место. Control, come in. This is Raven. Go ahead, Raven. Approaching the Citadel. Any idea why Hellstrom calls it that? From his side profile, he's obsessed with acquiring knowledge about his enemies. Так, Citadels вот usually она. Command a great view of their surroundings. Plus, it matches his twisted sense of humor, given that it's mostly underground. Well, all castles need doors. Time to knock on his, metaphorically speaking. О, здорово. Бам, нахуй. Ух, четко, отчетливо. Блин, как хорошо. О. Да ладно. Давай так. Бля, прям в ляху. Так, ага, вон они, господа. Да, какой я молодец. Кто там еще? Да ладно. Ну давай, сука. Въебало. Въебал, въебало. Кто там стреляет? Я хочу посмотреть. Турели, сука. Тут старается, шмаляет.
У-у-у, бедолага. Зато как он вальяжно с пулеметом ходил. Теперь все мозги в каске остались. Это кто, блин? Больно шмаляет. Ты человек? Ты БТР! Как мило. Да, блядь. Вау. Вау. Подбил я чью-то костлявую задницу. Так, мне нужно что-то придумать, чтобы спуститься к вам. Но я не могу понять, как. О, нихуя. Активный заказ — это хорошо. Но мне пока похуй. Вся моя активность временно ограничена. Ты тоже работаешь, да? Хуй там, да? Где же у тебя слабое место? Ой, да иди нахуй. Че? Кто-то рядом выстрелил. Ария, когда рядом, это нехорошо. Пидорас, блять, а? Все-таки подобрались. Довольно-таки близко. А, блин, на Б взорвать. Довольно-таки близко вы подобрались, да, господа. Под мостом. Хорошо. Нет. Да господи, что ты, блядь, не бежишь? Здрасте, турель. Ого, вас тут сколько? Хо-хо-хо! Дабл, ёб твою мать! О, блядь! Ох ты ж, сука! Пидорас! Где там был еще один? Уёбок. Сука, не пострелять нихуя. Давай. Блять. Да ладно.
Ну иди быстрее, ну. Вот это уже лучше. Чё? Пидорасы, блядь. Фух. Как я их, а? Нашинковал. Мудаков. Было опасно, сука. Спокойно. Блин, зато я их всех порешал, нормально. Где-то еще есть пару человек, но это так, пару человек. Как говорится, хуета. Нормально этот почистил. Фух. Seems I've killed the power to something down here. The Citadel's defense grid is split into three sectors. You've got power to sector one. The other two must have similar fuse boxes. Try following the cables. Got it. Two more sectors. Follow the cables to shut them down. О. Пруд цветной рыбой. Да я так-то дохуища народу там уже положил. Вот там вот уже все. Меня смущают пару действующих БТРов, но... Блять, я забыл, как патроны переключать. Во, бронебойные. Теперь я хочу поговорить с вами, блять. Где у тебя слабое место, сука? Да я что, угадал? Это я что, угадал? Так. Ладно, ладно, ладно. Теперь надо как-то по-быстрому туда съебаться. Три выстрела, чтобы уничтожить БТР. Это прям четко, ёпта мать. О, я как кошка-картошка упал. Как-то надо по-быстрому. Блять, по-быстрому не смогу, придется бегать. Это даже расстраивает.
О, вот еще одна снайперская позиция. А ну-ка посмотрим, поглядим. Вот ты наш маленький дружок. Пирожок. Да, ну что? Ну-ка, у меня есть бронебойные стрелы там. Разрывная. Стрела с газом. Разрывная. Разрыв, суканая. Какой супер снайпер, я могу пулями просто уничтожать их всех. Там что, мины? Это мины? Я не хочу на мины. Блять, сколько стрел в тебя надо, а? Сучара. Да, блядь. Ну, ладно, и так садят. Лучник из меня, конечно, пиздец. Дружок-пирожок. А ты, я смотрю, коцаешься, да? Уже дымишься потихоньку. Блять, тачдаун, ёпта. Так, а, господа, обыскать мешочки. Да, вы же это. Зачем искать вырубатель для турели, если их можно так, в принципе, взорвать? Да ебать! О! Не ищет снайпер, да? Где он, снайпер? Давай, блядь! Ай! Ай, блядь! Это было больно, сука! Не стреляй в меня, а! Да, блять. Где? Где open fire? Эй. Они кого-то ищут, не пойму кого. Наверное, не меня. Чё не открывает? Roger, fire at will. Out.
Код Yellow. Код Yellow. Да, блядь, снимись ты уже. Копи. Тихо, 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 тихо. Турели во всех секторах отключены. Хорошо. Control, do you copy? Raven, Roger. Find the five. I'm at the entrance. It's locked tight. Sweep the area. Look for an alternate access on the ground. Out. Блять, кто-то вот один ходит, этот пидор, блять, петушок вот этот вот. Им волнует меня, волнует мою жопу просто. Причем жестко ее волнует. Куда идти, я, кстати, не представляю вообще. Оу. Блять. Круто. Ох ты, блядь. Здорово. Ух. Это закончилось четко. Control. Sit rep. Roger, Raven. Go for control. Так, обыскать. Я внутри. Молодец. Отыщи Хельстрома и добудь его ключ-карту. Без карты тебе не добраться до главного компьютера. Круто, сука. Центр, ты видишь это? Так точно. Внушительная вычислительная мощность. Деятельность Хельстрома куда масштабнее, чем мы предполагали. Кажется, я вижу лифт. Верно. На нем ты сможешь добраться до нужных объектов, включая главный компьютер, если добудешь карту. Опа, вон он. Не лучшая позиция. Я предпочел поискать место получше. Да, это бы упростило задачу. Фух. С минимального расстояния. Вы серьезно? Мне нужно кого-то, чтобы я допросил. Так, ладно, ребят, это видео будет поделено на две части, поэтому заранее говорю вам всем пока. И вот вторая часть будет, наверное, чуть позже и покороче. Нужно пройти эту миссию.